Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Татьяна Тоборос, я координатор по вопросам культуры посольства Финляндии в Москве. И мы продолжаем нашу серию лекций про культуру Финляндии. Сегодня у нас очень интересная тема «Community-based art» на примере финских художников и их работ. Лекцию будет читать Алина Стрельцова, шеф-редактор журнала «Искусство». С Алиной мы уже знакомы давно. И Алина сейчас расскажет о нашем первом совместном проекте, а потом плавно перейдет к теме лекции. Всем желаю приятного просмотра. В конце я снова присоединюсь и задам Алине парочку интересных вопросов. Спасибо, Таня. Небольшое спасибо за приглашение на этот проект. Мне очень приятно в нем участвовать. Я приветствую всех, кто сегодня меня слушает. И да, действительно, несколько лет назад мы делали большой проект про искусство северных стран. Мы его делали совместно с посольствами Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Фарерских островов и Исландии. И пытались в этом двухтомнике рассказать про самых интересных художников, про самые интересные процессы в искусстве, понять даже для самих себя, что отличает северных художников от всех прочих и почему они сейчас настолько популярны. И все материалы этого сборника сейчас можно посмотреть на сайте журнала «Искусство» в полном объеме. Но, помимо всего прочего, этот проект был очень важен для меня лично, поскольку он позволил мне познакомиться и с замечательными художниками, и с замечательными кураторами. Один из таких кураторов — это Даниэль Бирнбаум, который курировал 53-ю Венецианскую биеннале и первую, вторую Московскую. То есть он был со-куратором. И вот он рассказывал, что он оказался, скорее всего, самым первым человеком, который начал писать про художников из северных стран. Это было в середине 90-х, и он писал статьи для журнала Art Forum. Он писал про Лафура Элиассона, про Элиису Ахтилу, самую известную, наверное, финскую художницу. И в этот момент их в мире не особенно-то и знали. И он говорил, что, например, датских художников знали годов до 70-х. И неплохо. А потом случился какой-то провал. И вот я попыталась выяснить, а что же за это за провал и почему он случился. Он сказал, что дело в том, что в 70-е годы в северных странах начала формироваться очень сильная система поддержки искусства художников. То есть это различные общественные заказы, стипендии, гранты, которые позволили этим художникам чувствовать себя достаточно стабильно и спокойно, быть уверенными в завтрашнем дне. Им не надо было изо всех сил бегать за коллекционерами, сотрудничать, искать внимание галерей, чтобы не переживать о своем будущем. Им стало возможно просто как-то взаимодействовать с государством. Он говорил, что если ты родился в Южной Африке, то для того, чтобы просто остаться на месте, тебе необходимо грести изо всех сил. А вот если ты родился, например, в Швеции или Финляндии, то ты можешь чувствовать себя совершенно спокойно. Понятно, что сейчас вся эта ситуация изменилась, и спокойно чувствовать себя уже не может никто, где бы он ни родился. И это касается, конечно, не только пандемии. Но изменились какие-то обстоятельства внутри системы искусства. В частности, стало гораздо больше международных арт-мероприятий, различных биеннале от Гуанчжоу до Сан-Паулу, различных фестивалей, международных выставок на любой вкус и где угодно. И правительства северных стран, государства, северные государства, очень активно поддерживают приезды своих художников на эти мероприятия. То есть если ты курируешь биеннале в Сан-Паулу, и тебе необходимо пригласить художника из Словении, получить поддержку на его приезд, на его участие, гораздо сложнее, чем если ты приглашаешь художника из Скандинавии. И в этот момент вот именно эти социальные причины во многом обеспечили известность северных художников. И про них стали больше знать, и они оказались на гребне волны, на пике популярности. Эта популярность продолжается и сейчас. В связи, кстати, с модой, в том числе на все северное, новую северную кухню, и вот все эти новые экологические процессы, которые предполагают любовь к маленьким местным производствам, к сырам, выращенным на соседней ферме, к рыбе, выловленной у порога ресторана. И
в русле той же тенденции оказалось и внимание к искусству, которое создается для небольших сообществ, фактически для соседей. Это то, что наиболее сильно и наиболее ярко проявляется именно в искусстве Скандинавии и Финляндии. И вот эта идея сообщества маленького, она не вполне понятна в России. В частности, мы не собираемся, например, с соседними домами и не решаем, что нам необходимо вместо автомобильной стоянки сделать сквер, и не думаем, как бы нам донести эту идею до муниципалитета. Или если мы ходим в местную кофейню и покупаем там кофе, то мы еще не сообщество. Но если мы собираемся в этой кофейне для того, чтобы обсудить разницу разных обжарок или свое отношение к органическим винам, вот тогда вокруг этой кофейни формируется сообщество. В России сейчас эти процессы только начинаются, но до последнего момента они были нам не очень близки и не очень понятны. В то время как для северных стран идея местного сообщества, местного комьюнити – эта идея принципиально важна. И проблемы, которые решаются этим сообществом. И за счет этого сформировалось искусство, которое существует внутри этого сообщества. То есть, на самом деле, во время работы над проектом по северным странам, я поняла, что при всех тех клише, которые существуют о северных художниках, то есть любовь к природе, любовь к свету и так далее, самое важное, что они транслируют миру, это даже не вот эта природа и не этот свет, это некие социальные идеи, которые сформировались у них внутри, которые родились в их странах, и которые прослеживаются в их творчестве. Будут они делать этот проект для Лондона или будут они его делать для Стамбула, все равно именно эти черты можно проследить, увидеть, и они окажутся самыми важными. Ну, по крайней мере, во многих проектах. И вот это искусство, которое создается для сообщества, оно сейчас оказалось очень модным. Официально оно называется community-based art или community art. Давайте я попробую прояснить на примере, что это означает. Мне очень нравится проект финского дуэта IC98, которые представляли Финляндию на Венецианской биеннале, то есть это очень сильные международно признанные художники. Кстати, их работы были в России, они были представлены в мультимедиа-арт-музее, галерее «Триумф». В общем, у нас, возможно, вы их могли видеть. Так вот, этих художников пригласили сделать проект специально для маленькой библиотеки муниципальной. И художники приехали и узнали, что для того, чтобы эта библиотека была построена, строителям пришлось вырубить березовую рощу. Они нашли спилы этих берез и сделали из них гравюры. То есть эти гравюры, они повторяют рисунок годовых колец, которые были у каждого конкретного спиленного дерева. Бумага для этих гравюр была сделана тоже из этих берез. Рамы для этих гравюр были сделаны из берез. Даже в создании чернил, насколько я понимаю, поучаствовали эти деревья. И рядом эти гравюры теперь висят на стенке этой библиотеки, и рядом рассказывается история каждого дерева. То есть как оно родилось, какие годы, какую оно прожило жизнь, когда оно было срублено. То есть в данной ситуации художники обращаются к этим посетителям библиотеки и показывают им, что каждое из этих погибших деревьев — это такое же существо, как они сами. И у него есть какая-то судьба, у него есть жизнь, у него есть своя биография. И ты так или иначе учишься воспринимать эту березу как отдельное живое существо, не так уж сильно отличающееся от тебя. И несмотря на то, что вся северная мифология ушла в прошлое, все-таки для северных художников деревья — это не просто леса, это не просто легкие планеты. Вторая часть этого проекта — это яблоневая роща, которую посадили художники возле библиотеки. То есть они запретили всячески ухаживать за этими деревьями, то есть их нельзя подстригать, их нельзя вырубать, то есть постепенно эти деревья должны одичать. И предполагается, что дети, которые придут в эту библиотеку, они запомнят эти яблони маленькими и будут расти вместе с ними. Потом, когда они станут взрослыми, эти яблони тоже станут взрослыми. Когда они будут стареть, и яблони тоже будут вместе с ними. И это тоже восприятие другого живого существа, которое от тебя отличается. И это разговор, конечно, не только о деревьях, это разговор о отношениях между людьми.
То есть все разговоры в пределах комьюнити арта, они разговоры о том, как ты включаешься в это сообщество или как ты исключаешься из этого сообщества, как ты взаимодействуешь с другими людьми, как ты взаимодействуешь с кем-то, кто от тебя отличается, или как ты его принимаешь или не принимаешь, или как он принимает или не принимает тебя. И что я еще хочу сказать про этот проект библиотечный? На самом деле его нельзя увидеть со стороны. То есть, конечно, кто угодно из нас может прийти в библиотеку, увидеть гравюры или погулять по этой роще, которая пока еще совсем маленькая. Но а что мы там увидим? Ну, просто какой-то почти абстрактный для нас рисунок. Или просто деревья, каких много. Мы не знали те березы, тех берез, которые были вырублены. Эти яблони, которые растут, они ничего не значат для нас. То есть для того, чтобы по-настоящему увидеть этот проект, надо расти или стареть вместе с этими деревьями. Иначе это будет как какой-нибудь замечательный фильм, от которого тебе показали только один кадр. Но не будешь же ты при этом утверждать, что ты этот фильм видел. Таким образом, это искусство существует очень закрыто для определенного группы людей, которую очень сложно показать кому-то извне, которая не будет ничего значить для этого кого-то извне. Давайте теперь посмотрим, как реализуется вот эта система поддержки. То есть вот этот проект, он был заказан муниципалитетом, и он представляет собой вот высококлассное искусство. То есть, как я уже говорила, этот дуэт художников, он международно признан. То есть это не какие-то третьи имена в финском искусстве. И это искусство, которое очень любят кураторы и всякие высоколобые журналисты на разных международных проектах. То есть по этому искусству делаются целые большие биеннале, например, биеннале в Осло, которая открылась в прошлом году. Или, насколько я могу судить по нынешним пресс-релизам, именно такое искусство будет представлено на манифесте, которое открывается в августе. Но это искусство недоступное для понимания. У него нет высокого порога вхождения в него. То есть вот эту идею про яблони и про березы может понять любой человек, который живет в этом районе, который ходит в эту библиотеку. То есть это продолжение того разговора, когда говорят, что современное искусство, оно либо очень недоступное, требует прочтения каких-нибудь Делёзов и Дериды, но либо оно очень плохое, очень массовое и очень поверхностное. Так вот, это искусство не поверхностное, но оно очень понятное. Это вот такое движение искусства и людей навстречу друг другу. Именно, наверное, поэтому это искусство захотело развивать и поддерживать государство. Есть такая схема, которая называется процентное искусство. Сейчас она существует во многих странах, в США, в Норвегии, в общем, очень много где. Но если мы посмотрим Википедию, выяснится, что впервые оно было опробовано в Финляндии еще в 30-х годах при постройке парламента. Эта схема предполагает, что когда строится какое-либо здание общественного назначения, часть бюджета этого здания, зафиксированная в законе, будет потрачена на создание искусства, которое предназначается специально для этого здания. Ну, какого-нибудь паблик-арта, или фресок, или инсталляции, или чего угодно. И ну, таким образом эта схема реализуется по-разному, но в разных странах, и вот сейчас она такая важная и утвержденная. Но у этой схемы есть свои особенности. То есть сейчас в Финляндии, как я понимаю, в большинстве общественных зданий или почти во всех общественных зданиях есть вот такие проекты. То есть то, что мы сейчас видим, это работа стрит-художника X, тоже известного. И она сделана для здания тюрьмы. В эту тюрьму могут, естественно, войти только люди, которые приходят навестить заключенных. И они могут увидеть эти работы. Или их могут увидеть сами заключенные. X — это художник, который преобразует контуры облаков или островов и вот делает из них такие абстрактные формы. В данной ситуации это отсылка к модели лодки, которую собрали заключенные. То есть такое рассуждение о путешествиях и движении в ситуации, когда эти путешествия и движения просто невозможны. В данной ситуации я, конечно, всецело за искусство, которое существует в общественных зданиях не только в школах и не только в больницах, но и в тюрьмах. Но опять-таки я могу увидеть у этого проекта некоторые проблемные стороны. В частности,
Несмотря на то, что я понимаю, что создатели этого проекта хотели принести эстетику уличного искусства, нормального живого уличного искусства в тюремную атмосферу, то есть сделать из вот этой глухой стенки что-то человеческое и создать, ну, правда, какой-то другой мир для участников тюрьмы, все же я не верю, что он очень сильно, этот проект, что-то меняет в их жизни. Что они воспринимают его не просто как абстракцию на стенке. И это одна из сложных сторон схемы процентного искусства. Потому что когда ты делаешь художественное произведение для общественного здания, ты обязан согласовать со всеми это произведение. Ты должен его согласовать с пожарниками, с техническими работниками. Ты должен его согласовать с представителями тех людей, которые учатся и работают в этом здании. То есть должен собраться какой-то большой комитет, который должен сказать, да, вот эту работу мы будем делать. Но когда собирается большой комитет совсем разных людей, согласовать что-либо становится очень сложно. Всем нравится что-то совсем разное. И если мы делаем работу, например, для школы, нужно убедить родителей, что такая картинка, например, не вызовет каких-то неприятных чувств или неприятных эмоций у детей, никак на них не повлияет. И не вызовет никаких неприятных чувств у родителей или учителей. Проблема в том, что хорошее современное искусство — это искусство, которое вызывает разные сложные чувства и говорит на разные проблемные темы. И если мы попытаемся таким образом сгладить эти все углы, то работа получится очень нейтральная, и вряд ли это будет хорошее искусство. Как говорил один из организаторов этой программы, можно в такой ситуации лучше всего поставить забор и дать художникам его покрасить, лучше всего серой краской. Вот тогда всех это устроит. Все борются с этой проблемой по-разному. Например, в норвежском фонде Куру мне рассказывали, что они решили в последнее время вообще не согласовывать ничего ни с кем, кроме пожарников. Наоборот, они решают каким-то экспертным комитетом людей, которые разбираются в искусстве, что эта работа хорошая, она сюда подходит, в это здание, в тюрьму, в больницу, куда угодно. Но при этом они тратят время, силы и, наверное, деньги для того, чтобы после того, как это искусство возникнет в этих стенах, собрать гораздо больше представителей сообщества людей, которые в нем находятся, и объяснить им, поговорить с ними, почему эта работа для них важна, о чем она, какие стороны их жизни затрагивает. Может быть, она затрагивает что-то очень проблемное, это надо вместе обсудить. И это тоже, на мой вкус, на мой взгляд, часть такой комьюнити-работы, комьюнити-арта. Но в Финляндии я вижу другой подход, который декларируется в том числе официально на сайтах различных программ, посвященных паблик-арту, а их очень много. И вот там рассказывается о том, что сейчас принято решение или есть тенденция двигаться от искусства, которое находится на стенах, к искусству, которое создается при помощи или с участием всех людей, которые являются членами этого сообщества. То есть это совместное произведение художников, предположим, рабочего коллектива, или посетителей кофейни, или детей, которые занимаются, ходят в детский сад, в начальную школу. И таким образом не нужно ничего согласовывать, потому что это общий проект, общий продукт. Как это может выглядеть? Я, наверное, приведу пример работы, которая была сделана финской художницей Пилви Такала, которая будет представлять Финляндию на следующей Венецианской биеннале. И она делает проект для Лондона, но, как я уже говорила, для какой бы страны художник ни делал свой проект, он будет транслировать там идеи, которые важны для его страны. Так вот, проект Пилви Такала. Дело в том, что она выиграла один из грантов на то, чтобы сделать проект для Frieze Art Fair. Это очень важное событие в мире искусства, важная ярмарка современного искусства, куда собираются очень представительные галереи, где очень сильная параллельная программа. Так вот, ей дали денег, по-моему, 7 тысяч фунтов на то, чтобы она создала произведение. То есть эти деньги необходимо было потратить на создание работы, материалы, там, все что угодно. Так вот, она пришла в некий детский центр лондонский и собрала там группу детей от 8 до 12 лет. И сказала, что им предстоит решить, как именно нужно потратить эти деньги. Вот как они решат, так и потратим. Но это должно быть общее решение. В итоге дети посовещались и решили, что они сделают в Риджент-парке огромный надувной замок и будут в нем прыгать.
Но на самом деле работа Пилве — это не игрушка, которую купили дети или которую спроектировали дети. Это сам процесс обсуждения детьми, как им принять это решение. И потом их интервью на камеру, она снимала их на камеру, в тот момент, когда дети анализировали, как они принимали это решение. И вот я смотрю видео, и дети рассказывают, что было изначально очень много разных мнений. Кто-то хотел поехать в Леголэнд, один мальчик хотел отправиться на Ямайку, кто-то хотел купить дом. Но они говорили, что это, конечно, не работает, потому что это общественные деньги, их мы не можем потратить на то, чтобы один человек съездил на Ямайку. Мы должны сделать что-то общее. Купить квартиру, но это смешно. Этих денег не хватит. И к тому же их слишком много, чтобы они в этой квартире жили все вместе. Хорошо, подумали они. Тогда на что мы можем потратить эти деньги? Мы можем их потратить на благотворительность. Но это не даст какого-то, ну, какого-то ощущения им личной радости. Но можно потратить эти деньги, например, на покупку одежды для всех. Или там рассуждали о покупке айфона для всех. Но это как-то неинтересно, потому что они посидели и подумали, что вот этот проект, он бывает такой раз в жизни. И надо сделать что-то, чтобы это действительно им, у них было ощущение вот этого подъема душевного, что им, чтобы им хотелось, чтобы что-то, что они сделали сами, ну, придумали сами, спроектировали сами. И вот эти все рассуждения, которые ты слушаешь со стороны, они, конечно, очень взрослые рассуждения. И вот они решили, что это будет их совместное произведение, вот этот воздушный замок. И хотя это рассуждение маленьких детей, оно, конечно, отражает взрослые обсуждения, взрослые решения. Так вот, в Финляндии очень много таких произведений, которые создаются для вот такими совместными усилиями. Очень интересна, на мой взгляд, их медицинская программа. Программа называется «Искусство и культура для благополучия». То есть она немножко шире медицинской сферы, но в основном она адресована, направлена на создание искусства, которое создается для больниц разных медицинских центров здоровья. Как говорят создатели, то есть я разговаривала с руководителем этой программы, задача была потратить деньги на молодых художников, которые смогут принести искусство, которое создается совместно с людьми, то есть, ну, официально партиципаторные практики, практики участия. И основная задача программы — сделать так, чтобы люди воспринимали, что современное искусство — это неотъемлемая часть системы здравоохранения. То есть вот все понимали, что это норма, по-другому никак быть не может. То есть не бывает медицины без современного искусства. Эта программа начиналась в 2010 году. Она была продлена сначала после 2014 еще на 5 лет, вот сейчас она закончилась, ее продляют еще на 5 лет. Но руководитель программы мне рассказала, что в том или ином виде программа существует уже при 6-м правительстве Финляндии, что показывает все-таки восприятие ее важности. Например, как это может выглядеть? Может выглядеть так. В одном из центров, где живут люди, пожилые люди с различными психическими, с различными ментальными отклонениями, в основном с деменцией, стали проводить мастер-классы по африканским танцам. Но не для жителей этого центра, а для маленьких детей, совсем маленьких. Некоторые из них только научились ходить. И они вот приглашают на эти танцевальные кружки, где могут присутствовать мамы детей, мамы и папы детей, они приглашают вот жильцов этого медицинского центра. И когда старшую медсестру спрашивали, как она выбирает людей, кого пригласить на эти занятия, она рассказывала, что приглашает тех людей, с которыми сложнее всего справиться или которые проявляют агрессию. В этот момент, честно скажу, мне стало немного не по себе. То есть люди, у которых есть ментальные проблемы, маленькие дети. А и что, если вдруг что-то пойдет не так? Вдруг дети испугаются, например. Конечно, мне сразу стало стыдно за свою реакцию. На самом деле все проходит идеально. То есть и пожилые люди себя замечательно ведут, и дети к ним потом после занятий подходят, и они общаются. Как говорит врач, который следил за этой программой, люди просто хотят понимать, что их видят.
Конечно, это замечательный пример. Но, как я понимаю, в своей реакции я не вполне одинока, потому что среди предпосылок для развития этой медицинской программы на сайте этой и похожих программ я читаю о том, что причина для ее развития — это стигматизация ментальных проблем в обществе, которые есть в Финляндии, которые есть у нас и которые, наверное, есть везде. Это привычка справляться самостоятельно с собственными проблемами и не идти к врачу. Это высокий процент статистики самоубийств. Это ощущение одиночества. Там же я прочитала удивительную цифру о том, что переживание одиночества наносит такой же вред организму, как 15 выкуренных сигарет в день. Я не знаю, как это можно было посчитать, но такую цифру я увидела в медицинских отчетах. Строго говоря, на одном из сайтов был выложен 146-страничный отчет, где очень мелко, сжато и тезисно были перечислены все моменты, где в медицине может помочь современное искусство. Например, оно может снизить давление у людей, которые ждут своей очереди в поликлинике. Оно может, например, помочь детям, которые ждут операции, и эта операция пройдет лучше. Оно может, например, когда есть современное искусство, пациенты больниц относятся менее агрессивно к персоналу этих больниц. Все, что я вычитала, и там очень много-много таких примеров, скорее результатов проанализированных, потому что авторы этого отчета проанализировали около 3000 научных публикаций, посвященных исследованию роли искусства в системе здравоохранения. И таким образом мы видим, что оно необходимо и помогает везде. Вот в той же самой мере, если мы обратимся к каким-то другим случаям, я опять-таки вспоминаю разговор с руководителем медицинской программы, она, например, еще рассказала, что они используют искусство для обучения медицинского персонала и врачей. Например, они приглашают в медицинские вузы с профессиональных актеров, которые изображают трудных пациентов, и с которыми будущим врачам нужно объясняться жестами или рисунками, каким угодно способом. То есть это помогает наладить коммуникацию, и они делают акцент на том, что это происходит в несложной медицинской терминологии. Или, например, делают совершенно особенный курс по фотографии. То есть обычно человек фотографирует другого человека таким, каким он его видит. А здесь необходимо сделать такую фотографию, которая отражает то, как человек, твоя модель, видит сам себя. И, конечно, этот проект про развитие эмпатии к пациенту, способность чувствовать другого человека, даже если он, в принципе, не в состоянии толком объяснить себе, что же у него не в порядке. И в данной ситуации, когда у людей, когда мы видим в разных отчетах, что всякие антидепрессанты и другие препараты, они имеют огромное количество побочных эффектов, и поэтому многие люди не умеют их принимать, не могут их принимать, а некоторые не хотят их принимать. Вот в данной ситуации современное искусство может помочь, и это подтверждено медицинскими отчетами. Ну, и это только один из примеров. Другое дело, что и у этой схемы есть свои слабые, на мой взгляд, стороны, и выглядят они таким образом, что не все художники все-таки уровня IC98, и некоторые действуют по вполне такой накатанной схеме. Например, ты приходишь в медицинский центр для реабилитации женщин и говоришь, давайте мы с вами сделаем общий перформанс, в котором отыграем ваши проблемы в какой-нибудь символической форме. И таких проектов, ну, просто очень много. И дело не в том, что это не работает как терапия. Работает. То есть пока все участницы этой программы начинают делать этот перформанс, даже если он не отыгрывает символические их проблемы, а, например, это просто постановка какой-нибудь там пьесы или ситуации, чего угодно, они начинают дружить между собой, они учатся поддерживать друг друга. То есть это инструмент построения комьюнити. Вот в том самом смысле, который плохо переводится российским словом «сообщество». Именно поэтому многие мои коллеги предпочитают именно слово «комьюнити», а не «сообщество». Но будет ли этот проект интересен с художественной точки зрения? Не всегда, особенно когда он таким образом тиражируется. Для этого необходимы какие-то дополнительные уровни и какие-то дополнительные смыслы. И вот здесь мне очень нравится проект Эйлисы Ахтилы,
которую я уже упоминала, которая действительно одна из лучших художниц современной Финляндии, которая делала тоже проект с посетительницами кризисного центра для женщин. Она их увезла в заповедник Ауланку зимой, и они вместе ставили постановку на тему Благовещения. И видеоработа, которая в результате получилась, она фиксирует весь процесс создания этой постановки. То есть даже не столько сам спектакль, сколько сам процесс обсуждения. Вот как они сидят вместе за столом и разговаривают, что для них вообще, в принципе, это Благовещение. То есть, может быть, это совершенно невероятное событие, которое кто-то потом придумал. Кто-то верит, кто-то не верит. А, собственно, что такое чудо, и как ты ведешь себя, сталкиваясь, как ты можешь повести, сталкиваясь с чудом, как ты способен или не способен его воспринять. Они говорят о том, что и рассматривают произведения художников Возрождения, которые по-разному описывают встречу Марии и Ангела, начинают смотреть, а как, собственно, эта встреча могла состояться. Она могла состояться, когда Мария радостно приветствует Ангела. Или она испугалась явившегося ей ангела. Или она спокойно приняла то, что ей было предначертано. И вот они пытаются попробовать отыграть эту ситуацию по-разному. И в какой-то момент Мария просто становится на колени и крепко ангела обнимает. Это очень трогательный момент, но дело все-таки в этой работе не столько в какой-то терапевтической работе для женщин, ну или не только в ней, а в том, что это полноценное художественное произведение, которое нам рассказывает, во-первых, историю постановки святочного действа, которое имеет длинную-длинную традицию в культуре Европы. Не только в культуре Европы, в культуре России, конечно, тоже. Но, ко всему прочему, это разговор о том, как человек воспринимает что-то, что до этого ему казалось невозможным. То есть чудо или то, что он не в состоянии воспринять, не знаю, органами чувств, глазами, ушами, то, что он должен воспринимать каким-то другим способом. Как он на это реагирует и как он может с этим взаимодействовать. Здесь Ахтилла опирается на различные трактовки биологов, причем именно биологов, как животные реагируют на какую-то новую информацию, доселе, с которой они никогда не сталкивались, что-то, с чем никогда не сталкивались. И вот этот разговор на разных уровнях, человеческом, биологическом, религиозном, он является смыслом, канвой и содержанием этого произведения, которое имеет самостоятельную ценность, помимо ценности для этого сообщества. Но и в то же время участницы этого сообщества, женщины, непрофессионалы, которые играют в этой постановке, они там не случайные актеры, не которых взяли, потому что актеры сказали, вот у нас, знаешь, есть заказ, нам надо с этими женщинами что-то поставить. Это не так. Наоборот, это та аудитория и те актеры, с которыми именно можно полноценно поговорить на эту тему, и которые необходимы художнику для осуществления своего замысла. То есть они нужны друг другу для того, чтобы родилось вот это произведение. И, на мой взгляд, это показывает по-настоящему целостную, интересную и хорошую работу. И действительно, это одна из лучших, потому что она транслировалась, по-моему, и в России тоже. Наверное, довольно давно уже. И вот такое искусство, оно, естественно, способно говорить и о проблемных сторонах. Я уже упоминала произведение Пилвы Такалы, и одно из них еще, которое мне нравится, оно было сделано ею, когда она поступила стажеркой в одной из компаний в Хельсинки, устроилась на месяц на испытательный срок. И вместо того, чтобы что-то делать, будучи стажером экономического отдела, она не занималась ничем. Она сидела за столом, уперлась в пустоту. Или весь день каталась на лифте. Или сидела в библиотеке, но при этом ничего не читала. К ней, естественно, обращались другие сотрудники компании, которые не понимали такого поведения. Спрашивали, вот что ты здесь делаешь, в чем заключается твоя работа. И она рассказывала, что, знаете, я вот стажер, но я еще пишу диссертацию, и вот сейчас я занимаюсь ее обдумыванием. И мне кажется, что ее обдумывать можно не только перед экраном компьютера, но и вот так. Ну, хорошо, они отвязывались от нее, но при этом чувствовалось некоторое напряжение.
И, естественно, о сути этой работы знало только руководство компании, которое пригласило или согласилось в этом участвовать. Им тоже было интересно посмотреть, как будут реагировать их сотрудники на такого нового стажера. То есть пойдут ли они, например, на нее доносить, что она ничего не делает. Или как вообще повернется вот эта история. Но понятно, что вот если ты сидишь и смотришь Facebook весь день, то это воспринимается со стороны, ну, если не нормальным, то, по крайней мере, понятным. А вот если ты просто сидишь, вот это уже вызывает общую фрустрацию. Или еще один проект, который она делала в модном лондонском коворкинге, она представилась там сотрудником социальной службы, которая работает на психологическую поддержку людей. И в рамках этой психологической поддержки она целый день бродила по этому коворкингу и здоровалась, приветливо общалась с людьми, но при этом постоянно их трогала, например, за плечо или укладывала руку им на спину, или там, ну, то есть трогала просто за кисть руки. И все реагировали на это по-разному. Кто-то совершенно нормально, но некоторые, и это видно вот на видеодокументации работы, просто шарахались от нее. То есть они уже знали, что она к ним прикоснется, и поэтому, завидев ее в конце коридора, они куда-нибудь убегали и отходили. Это тоже вопрос о том, что такое границы, личные границы своего пространства, и о том, что ты просто не допускаешь других людей в свое личное пространство, это нормально, либо наоборот, это свидетельство о какой-то внутренней зажатости, и ты просто не можешь никого допустить к себе близко. То есть это вот вопросы сложные, но тем не менее, вот это вопросы, с которыми умеет работать community-based art. Честно говоря, такие проекты, они есть не только в области искусства, они есть... Это совершенно общая история для Финляндии и для других северных стран. В частности, в этих странах есть очень сильное сообщество ролевиков, ролевых игр. На всякий случай напомню, что ролевые игры живого действия — это когда много людей собираются одновременно, и они играют кого-то другого. Например, какую-нибудь историю из мира Гарри Поттера или из мира Толкиена. Это может быть... Или история, то есть они погружаются в атмосферу Англии времен короля Артура или самурайской Японии, чего угодно. То есть для этого специально пишутся большие сценарии, и, ну, то есть это очень творческая работа по созданию этих игр. И вот в северных странах есть очень серьезное сообщество, которое в Европе считается трендсеттерами. То есть у них есть свой собственный стиль, у них есть свой собственный подход. И, насколько мне известно, свой собственный подход заключается в том, что они играют не для того, чтобы выиграть, не для того, чтобы, там, не знаю, всех пострелять в этой игре, или в том, чтобы наша команда победила другую команду, а в том, чтобы вместе, совместными усилиями работать на атмосферу в этой игре, для того, чтобы вот этот вот мир, который они создают общими усилиями, он был по-настоящему ощутим и максимально настоящий. Еще одна важная вещь — это концентрация на социальных вопросах и на современных темах. То есть они не отыгрывают вещи, которые не так часто встречаются в ролевых играх других стран. Например, была игра по Хельсинки 1927 года про атмосферу в этом городе, про историю, которая происходила не в каких-то декорациях, а, естественно, в самом городе. Или они разыгрывали... ситуацию времен войны в Югославии и изображали или представляли людей, которые находятся беженцы в поисках убежища. Или они разговаривали и делали игру про вспышку ВИЧ в гей-комьюнити в 70-е или 80-е годы в Нью-Йорке. То есть они не чураются проблемных тем. Ни феминизма, ни ЛГБТ, ни болезни, ни беженцев. То есть вот если у нас есть проблема, о которой нам нужно поговорить, о ней можно поговорить вот таким способом. И ролевые игры, которые, в принципе, по своей структуре данной ситуации представляют собой именно такое классическое community-based art, они становятся способами на эти проблемные темы поговорить и почувствовать себя человеком, которому может быть гораздо хуже, чем тебе. То есть эмоционально погрузиться во внутренний мир этого человека, стать им, понять, как он живет, что он чувствует. И вот этот разговор, он, конечно,
на мой взгляд, более продуктивен и более понятен, чем простое, не знаю, обсуждение в Фейсбуке или на каких-то других платформах или площадках. И вообще, мне кажется, что вот эта вот структура работы с сообществом, она, конечно, была многие десятилетия, наверное, может быть, даже в каком-то смысле многие столетия, равно как и северная кухня, то есть внимание к местным продуктам или нынешнее внимание к местным производствам. Нужно, чтобы ты знал человека, который сделал, который шил твой рюкзак. Это добавляет тебе, ну, скажем так, ты как-то по-другому строишь свои отношения не только со своим рюкзаком, но и с миром вокруг тебя, с людьми, которые тебя окружают. И это было довольно долго и давно, но сейчас оно оказалось сформулированным, в том числе сформулированным вот в этой северной культуре. И после того, как оно оказалось сформулированным, оно оказалось воспринято, транслировано многими другими людьми и понято многими другими людьми. Именно поэтому оно сейчас так распространилось, именно поэтому сейчас оно настолько важное, модное и интересное. Спасибо всем, кто меня слушал, мне было очень приятно рассказывать, и я надеюсь, что вам стало интересно и, может быть, чуть более понятна эта тема. Огромное спасибо, Алина, за очень интересную лекцию. Мы много чего нового узнали про community-based art. И хотела бы тебя спросить, есть ли в России образцы этого искусства? Таня, спасибо за вопрос. В России очень мало кто занимается community-based art'ом. Те, которые занимаются... В основном это арт-резиденции. В Екатеринбурге, во Владивостоке, ну, в принципе, многие наши резиденции, которые переживают сейчас настоящий бум. То есть это довольно частая схема и в мире, и в России, когда художник приезжает в резиденцию, в какой-то отдельный город или отдельное сообщество, с которым в рамках этой резиденции ему нужно поработать. Ну, например, как это происходит в Екатеринбурге, художники, которые приезжают в резиденции Уральской биеннале, они работают с коллективом какого-нибудь конкретного завода и делают работу специально для и совместно с сотрудниками этого завода. Получается очень здорово. В Москве таким искусством занимается, например, VAC. Они делают проекты, направленные на сообщество. Занимается галерея Ground. Но, насколько я понимаю, у нас это не очень просто по тем причинам, о которых я рассказывала. Потому что понимание, что такое сообщество и зачем оно нужно, оно, если и возникает, то возникает вот только сейчас. И строить это сообщество очень непросто. И я понимаю, что VAC сейчас делает очень большую, очень тяжелую, очень, мне кажется, важную и интересную работу. Да, будем надеяться на то, что наконец-то люди поймут силу сообществ, локальных сообществ. Может быть, какой-то из проектов, которые ты сегодня показывала, мог бы стать таким показательным в России, если его можно было бы привести сюда. Может быть, у тебя уже есть идея, какой бы проект мы могли бы привести вместе с художником сюда, в Россию? Что касается, какие бы работы финских художников могли оказаться в России и быть интересными в России, мне кажется, что смысл community-based art в том, что каждая работа, она создается именно для конкретного места и конкретных людей. То есть она рождается вот в этом взаимодействии. Конечно, есть вещи, которые можно тиражировать, но после того, как они будут размножены многократно, они уже не будут такими интересными. То есть тиражное искусство, в принципе, стоит дешевле, чем искусство уникальное. И не только в денежном отношении, но и в ощущении настоящей ценности этого искусства, переживании ценности этого искусства. Поэтому скорее имеет смысл приглашать финских художников, которые будут работать вот с такими сообществами российскими. Тогда возникнет что-то по-настоящему интересное. Спасибо. Спасибо большое за ответы, и большое спасибо еще раз за лекцию. Сейчас мы сохраним эфир.
Ну что ж, до скорых встреч на нашем канале. Если вам понравилась эта лекция, вы можете подписаться на нас и следить за обновлениями. Я думаю, что будем прощаться. Большое спасибо за внимание. Пока!